Добро пожаловать на наш YouTube канал Hard Reset Info. И в этом видео я вам покажу, как настроить эквализацию для наушников Logitech G535. На вашем экране представлена программа от Logitech, а именно Logitech G-Hub. Нажимаем по иконке в ваших наушниках, и мы переходим в настройки. С левой стороны будут настройки наушников. Можете проследить за моей мышкой. Нажимаем на Enable Advanced EQ на квадратик. И по центру экрана можете увидеть настройки эквалайзера. Можете поставить себе настройки эквалайзера, как вы хотите. Убрать высоких частиц. Либо наоборот добавить, либо также убрать низких частиц, либо их добавить. После того, как вы это все делали, называйте «Сохранить как». И сверху будет написано «Flat Copy 1». Вы можете это переименовать. Для этого на вашем экране появилась моя клавиатура. Выделяем левой клавишей мыши название и нажимаем на кнопку Backspace. После этого пишем наше название. После того, как вы написали, нажимаем Enter, и наши настройки сохранены. Если вы хотите вернуть предыдущее название, называйте, нажимайте Reset. Большое спасибо за просмотр данного видео. Если вы не узнали, как настроить эквализацию приложения от Logitech G-Hub для ваших наушников Logitech G535. Большое спасибо, ставьте лайки, подписывайтесь на наш YouTube канал и до новых встреч!